Доброе утро. 19 января 2018 года. Едем на купание. Сейчас ребята меня ждут. Взял в этом году свою собаку. Будем нырять. Не знаю, может, короче, будет. Но это ветер, правда. Температура минус 7. Так что вперед. Ура. Для хроники. Привет, давай лапу. Лапу давай. Ладно, давай нырять. Привет, ты знаешь, Бог. Мы приехали в Катское озеро. But as long as you love me so, let it snow and snow. Ну что, ты готов? Рокки. Ждем четвертого члена команды. Наши ныряльники. Он обгадил. Как видел. Ветер хороший. Хорошо дует. Отлично. Let it snow. Мы паузу сейчас делаем, а потом так делаем. Ух, собака чуть не нырнула сама только что. Уговаривать ее не надо, она сама. Сейчас вот. Решимся. В одежде сейчас. Смотри, как дует. Холодно. В том году было теплее. Ветра не было. А руки сразу коченеют. Ну ничего. Мы это сделаем. Водичка чистая. Сразу палков вылавливать тело. Итак, первый член команды нашей пошел. С Богом, Витаха. Давай. Тапочки сними! Ты что, я тогда зашел в тапочках, а вышел без них. Дэн, пришлось мне заново спускаться в тапочки. О, все. Ребята, красавчики! Красавчики, давай, 5. Молодец. А ты как пожарник. По перилам. Раз. Два. Молодец. Дэн, я тебя поздравляю. Красава. Да, в принципе, Лен, теплый. Рокки зовет.
Дорогие друзья, все произошло 19 января 2018 года. Мы сделали классный, невероятный нырочек. Ведь, да, аттракцион Януковича. Кто замерз? Руки перевезли, тот... Так, строите строем. Пробежка. Дэсик. На время? Налет мы не конечно, ну кто первый наверху, тот царь горы, блин. Можно толкаться? Да подожди, блин! Да руками держаться нельзя! Ты видел, что ты... Виктор Федорович держал. Давай, Виталя. Без рук, Виталь, без рук. Дэсик пошел. Царь горы. Вот аттракцион Януковича, ребят. Класс. Держи. Отдыхай. 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 Отдыхай.